дорогие друзья, во-первых, в строках своего письма, да я так отступление, что я первое хотела сказать. Сегодня, какое сегодня число? 24 мая. 24 мая у нас 5000 подписчиков, представляете? 5000! Мы рады, что вы с нами. Всем-всем подписчикам, ну и, конечно же, гостям и нашим друзьям. Всем желаем крепкого здоровья и будьте с нами. А сегодня я готовлю салат из кальмаров. Что я взяла для этого? Как обычно, я ничего не взвешивала. У меня вот здесь вот осталось, к сожалению, 9 крабовых палочек, потому что муж мой их очень любит. Кальмарчики. Здесь примерно, не примерно, а точно, здесь 5 штук. 4 яйца, огурчик, по количеству будем, банка кукурузы 420 грамм, 3 зубчика чеснока, не очень крупный. Что еще? Ну, зеленушка и майонез. Соль моя любимая, как всегда. Все, нарезаю. У меня кальмары еще горячие. Я их только отварила 2 минуточки. Поэтому я сейчас сначала режу крабовые палочки. Отправляю в свой любимый тазик. Как хотите, ешьте. Это же не принципиально. Я все хочу приготовить свой, ну не сказать, что он мой любимый, но очень жирный салат из кальмаров. Ну никак у меня рука не поднимается. Сейчас особенно приготовить его. Ну как-нибудь все-таки решусь я. Так, я кукурузу слила. Отправляю ее тоже в эту миску. Такой, мне кажется, этот салат яркий. Огурчик я, конечно же, помыла. Приготовлю сейчас ужин. Быстро и не затейливо. Это будет наш ужин. И сыпь. Кальмарчики я тоже крошу помидорчик. Крошу чесночок. Последний штрих. Лук с огорода уже. Ух ты, красота летом. Базар не добегает, да? Не знаю, сколько сейчас, что ложками замерить, сколько у меня тут будет майонеза. Раз, два, три, четыре. Надо ли это? Пять. Не знаю, шесть, наверное, хватит. Перемешиваю. А, надо же посолить. Ой, смотрите, какой яркий получается. Вот и все. Вуаля, салатик готов. Сейчас, чтобы покрасивше он на
тарелочки выглядел? Празднично. Выпендриться надо. У нас же сегодня праздник, 5000 подписчиков. Да, поздравляем нас и вас. Не забываем про это сказать, да? Так, и вроде утром бывало. Плохо утром бывало. Надо пластмассу. Ну, тогда... все равно, знаешь, более-менее красиво лежит. Что говорить? И так лучком посыплю сейчас. Ой, ну вообще, обалденная красота. Кушать подано, господа. Ресторан от Ивановых. Еще же подать красиво надо. Вот, пожалуйста. Приготовьте. Салатик, порадуйте себя. Ой, у меня слюна бежит. И свой желудок. И свой желудок порадуйте. И своих близких. И гостей вашего дома. Ой, ну все. Вот тебе подача. Осталось только попробовать и пожелать вам и нам хорошего и приятного аппетита. Ну что, всем пока. Не забываем ставить лайки, подписываться на наш канал и готовить с нами салат. Очень просто и легко.